Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Пьета Микеланджело Буонаротти. 1544 год, бумага, черный мел, 28 на 18. Распространено мнение, что данный рисунок Микеланджело сделал по просьбе Виттории Колонны, известной поэтессы, входившей в различные интеллектуальные объединения своего времени. Они познакомились с ней в Риме в 1536 году. К этому моменту Микеланджело было 61 год, и он являлся прославленным художником со странной репутацией. Считается, что мастер страстно влюбился в Виторию, писал ей сонеты, дарил рисунки. Однако она, будучи вдовой, соблюдала траур по умершему мужу и сумела перевести бурные чувства художника в русло платонического обожания. Специалисты по творчеству Микеланджело отмечают, что идеи религиозного обновления, волновавшие Виторию, проявились в ее работах тех лет. На данном рисунке изображен эпизод из «Страстей Христовых» Пьета. Иисус лежит на коленях у Девы Марии, сидящей у подножия креста, с которого он только что был снят. Два мальчика, напоминающие пути ангелов, поддерживают мертвое тело под руки, придавая ему форму креста. Воздетые к небу руки Мадонны, обращение к Богу Отцу, допустившему смерть своего сына. На основании креста художник нанес надпись из поэмы Данте «Божественная комедия». Они не думают о том, сколько стоит кровь. Ну, вот такое описание к работе Микеланджело Буонаротти Пьета. 1544 год, бумага, черному мел. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.